пятницу синоптики обещают нам прохладную и сухую погоду. 17 августа в Сарове малооблачно. Утром плюс 14, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде переменная облачность. Утром плюс 12, днем столбики термометров поднимутся до плюс 22, ночью плюс 10. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В столице ясно. Утром плюс 12, днем до 23 градусов тепла. Ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.